Да, тревожненько. Перевал мы не проходим. Визуально совершенно точно. Вот он, перевал. Да. Мы его не проходим. Есть расчет на то, что нас где-нибудь подхватит, то мы все-таки наберем чуть-чуть высоты. Так, поворачиваю. Оп, придерживает, но это еще не поток, это так, подпукнуло, что называется. Давайте идем дальше. Все эти склоны впереди, они наветренные, в любом случае у нас будет хоть какая-то энергия. Оп, небольшой поток, придержало. Поток получше. Нет, встать в это невозможно, слишком узко. Но потихонечку ковыряемся, закрылочек на 4 переставь. 4. Да, оп, а вот это уже поток. Это уже теоретически можно попытаться взять. Делаю контрольную спираль. Мы низко. Каждая такая спираль может стоить высоты, которая нам сейчас хватало бы для перехода перевала. Вот я сейчас встал и слил уже 20 метров. Вот так вот получается. Вот погнался за этим пик-пик-пик. Это было бесполезным, бессмысленным поступком. Поэтому больше пока такого делать не буду. Двигаюсь вперед. Эх, как нехорошо. Нам не хватает каких-то там буквально, не знаю, вот этих вот 20 метров. Влево лезть не точно не стоит. Ну ладно, двигаемся по хребту. Деваться некуда. Над нами облака. Еще склон относительно должен быть. Какие-то остатки тепла должен генерировать. Можем попробовать еще пройти немножечко. Сейчас выскакиваем на южную сторону. И вот в этот карманчик попробую залезть. Оп. По идее, здесь может быть восходящий поток. Смотрим, есть он? Да его нет. Есть что-то. Оп. Пробуем. Есть поток. Есть. Узкий. Видите, кручу практически на скалу. Полуроторный. Но есть. Да. Дядечка Клаус научил меня. Оп. Играться с природой в шахматы. Ладно, пошли дальше. Взяли там 20 метров. Ничья теперь. Да, надо выключаться, наверное. Оп. Ну, идем по хребтам. Такие непонятные псевдодинамики используем. Вот птица какая-то. Может, птица нам поможет. Да. Тяжело. Хороший поток. Прям жахнуло, будь здоров. Ну, склон рядом так. Блин. Так, мы взяли небольшой динамический поток. Вот здесь осыпь, на которую с ущелья приходит воздух. Я хожу здесь в динамике таком, змейкой. Потихонечку набираю высоту. Если я наберу еще чуть-чуть, то я смогу перепрыгнуть таки перевал. Вы тоже видите, такая с переменным успехом наборчик. То есть вот несколько проходов было хорошо. Вот, а сейчас стало плохо. Но набрал я чуть-чуть высоты. То есть чуть-чуть я набрал. Видите? 1780 метров. А надо-то немножко вот впереди перевальчики вот эти проскочить. Вот так вот еще немножечко. Вот. Сейчас плюсик легенький. Вот здесь вот попробую разворотик заложить. Давай, родная, давай. Может попробовать спиральку. Может это все-таки уже не динамик, а какой-то термодинамичек. Давай попробую спираль одну сделать. Со сносом. Давай. Вот, хорошо. Еще чуть-чуть, пару метров. Вот так вот выкарабкиваемся, конечно. Весело, ничего не скажешь. Ветер совершенно перестал быть томным. Ну что делать? Полеты. Игра в шахматы с природой.
Ну, можем попробовать по перевалу вот этому проскочить. Мы уже достаточно высоко, попробуем вот здесь пройти. Или, знаешь как? Как говорится, была не была. Смотрите, друзья, как это делается. Вот так. Да. И я должен пройти хребет, который впереди. По идее, мне до него высоты хватает. Пройти его. Сейчас попробуем. Да, даже так тоже тут будь здоров. В ротор попали. Закрыл это единицу, перекинь. Да, неприятно. Ну, мы на 200, у нас запас по скорости. Этот проходим. А? Этот проходим. Ну, этот-то проходим, и тот должны пройти. 200 скорость, поэтому, если что, ручку я дерну. Ну, конечно, так летать не надо. Это однозначно. Ох, не люблю, друзья, так летать. Ох, заигрались. Все, прошли перевалы, но прошли плохо. То есть, опять сейчас и в ротор, не спидняки, но уже в нашей долине... По нашим полям уже до аэродрома мы дотянем. Фу, не люблю так. Да. Ну и сейчас как бы принцип мы... Я зайду в центр долины, отойду от склона, который сзади остался. Оп. Ну, у нас запас был на скорости, невзирая на то, что мы проходили очень низко перевалы. Мы шли на 200 км в час, это 100... метров как минимум высоты по запасу. Так, надо скорость сейчас уменьшить, чтобы дотянуть. Все, аэродром у нас вот прямо по курсу. До него мы доходим 200 метров. Сейчас еще здесь будут ротора. Здесь, по идее, можно было бы высоту набрать. Но это уже не нужно. Я прямо по курсу вот до тех комнат. А? Ну, поставь его на двоечку. Да. Такой вот был проходик. Неприятненький. Ну а по-другому не знаю, что и делать. Можно было повисеть еще в динамике, но был момент удачный. То есть я видел, что мы проскакиваем в нашу систему и сможем дойти до дому. Вот гора Поттер. Замечательно. Вот сверху облака, остатки. То есть даже под них сейчас можно при желании выпарить. Но я, честно говоря, не могу. Я уже налетался. Да, в свое время мне Клаус показывал вот эти вот все... как можно лазить по этим ущельям низко. Но одно дело, когда ты делаешь с учителем и веришь, что, ну, знаешь, что вот учитель, он-то знает, что делает, то умный. Второй вариант, когда ты делаешь сам. Это уже страшнее. Скорость. Если бы мы не приходили те перевалы, конечно, надо было отворачивать. И там уже выкарабкаться было невозможно. То есть мы уже в ротори за теми горами, там все низко, ни динамика, ничего. И была одна единственная посадочная площадка, над которой можно было бы запустить мотор. И это, конечно, ух. Да. Вот вы видели настоящий боевой пролет через хребты. Возврат домой тревожный и такой особенный. Запасной аэродром Аспермонт. Высота у нас 1200 метров, хватает всего. Наш аэродром, вон он, в конце долины. До него высоты хватает. Придем еще... Травить на интерцепторах будем. Мы получили все по полной программе. То есть я рассчитывал, что будет поменьше снижения. Но оно оказалось не поменьше. Минуса были лютые. Ну потому что обтекание за склоном. То есть мы как раз еще не на высокой скорости прыгнули, но относительно не на высокой. Поэтому все вот так мрачненько было. Тарам-тарарам, тара-тара-та-там. Тарам-дарарам, тара-дара-та-там. Так, панели солнечные наши. Красота. Вырабатывает энергию. Смотрит на юг. Пролетели панельки. И вот мы пришли на аэродром. У нас на аэродроме еще 300 метров высоты. Красота. Вы видите, да, что высоты-то хватало. Главное было перевалы пройти. И мы их прошли лихо.
Пошли, слетаем еще триумфальный круг над Лоботи Мансильон. И хватит. Тебе уже все? Тебе уже хватит? Да ладно. Да ты не бойся, я 100 раз так делал. Макс любит, когда я над ним так пролетаю. Надо посмотреть, что у нас. 29 км в час по ветру будем садиться, ничего страшного. Макс, жена в огороде, сын дома, все хорошо. Мы подлетаем к аэродрому, нужно сейчас посмотреться, что у нас тут чисто, никого нету. Никто нам не мешает, мы тоже никому не мешаем. Так, буду вываливать шасси. Западный компонент достаточно по колдуну большой. Шасси вышли. Так, закрыла шестерочку пока. 90 градусов боковик. Прокачиваю тормоза, работают. Все хорошо. Ну что, по мощной коробочке или по классической тебе завести? Давай по короткой. По короткой? Да. Писать хочешь? Ну нет, еще терплю, но нет. Давай. Ну я хочу. Чтобы это. Так и что, Света, что погоди, бля, что нам не хватило этого самого. Не хватило приключений нам, да? Да, ладно, хорошо, понял. Ну, собственно, мы уже идем в таком стиле, потому что, видишь, я иду на. А? Да, все выпущено. Да, все выпущено, все. Я единственное, что протягиваю вперед, чтобы. Ну, что иначе совсем получится ликей. Вот, вот сейчас выкидываю полностью воздушные тормоза и начинаю вираж. Так, проверяю ветер, 25 км в час, нормально. Составляющая попутно-боковая. И вот он радиус, смотри. Афганский заход. Но я шучу, называю его афганским. Ну, да, ты, я знаю, что я понимаю. Да, ты понимаешь саму, саму идею, да. Что мы достаточно энергичны, без коробки, просто по радиусу заходим. Орбитой. Да, и четко на ось полосы выходим. Это некоторый момент с тренировки. Я начал тренировать активно после того, как начал летать на самолете. Потому что это весьма полезно при отказе двигателя. Все, я теперь уже убрал интерцепторы. Вешу. Здесь, видишь, эти свиньи накопали. Поэтому висим. Оп. И поехали, покатились. Притерли его хорошо. Но скорость ветра, такая попутная составляющая, будь здоров, знаешь так. Весьма при... Вот даже тормозами завоняло. О. Все, едем. Катимся. Так, тормоза работают. Ты знаешь, подъезжаешь к своему прицепу, а тормоза не работают. Так, ты знаешь, что надо нацелиться в тренер? Потому что нос самая дешевая часть планера. Вот нос раз новый приклеил, ничего страшного. А вот, конечно, а если... Знаешь, как происходит торможение двигателя в машине, да? Если сначала происходит торможение бампером, потом торможение радиатором, потом торможение двигателя. Да. Ой, ну контент огонь сняли, конечно, вот этот пролет наш эпический. Ой, друзья, это было незабываемо. Давненько я так лихо не летал. Если бы не Клаус, не показал мне эти приемы, я бы сам... Я бы сам вот такую систему чели не сунулся, потому что, знаете, вот так соваться. То есть я знаю, что, зачем, куда и как мы что пересечем. И вижу, что высоты хватает. Но если бы мне до этого не показывали, я бы сам так не сунулся. Потому что даже знаю, что все хорошо будет, все равно ты на пространстве. Ну, скажи, пожалуйста. Нет, ты землю целуешь, да? Ты счастлив, доволен? Да, огонь. У нас было все. У нас было все. Да, была волна, было то, было все. Был этот самый, был динамик, был не динамик, было все. Огонь. Фух. Ну что, до новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Погода бомба, контент огонь. Огонь, контент. Эй! Фух.